Один из способов. Нарисуем звездочку, изменим число лучей, перекрасим ее с помощью градиента радиального. Цвета поменяем на желтый в центре и красный снаружи. Передвинемся по шкале времени на 5 секунд и укажем конечное положение этой звездочки. Пусть у нас звездочка совершит несколько оборотов. Поставим сюда конец нашего мультика. Перейдем в начало и запустим проект. Вот это первый мультик.